Мы пришли на озеро. Куда? Ба! У нас куда здесь терминатор стоять? А где мой пес? Привет! Идем? Куда? Куда? Стой! Стоять! Что, у тебя сил прибавилось, что ли? Она спокойно. А ну, все, успокойся. Ой, как красиво! Сегодня сколько было? Плюс 3, да, ты говорила? Минус 3. Вот это поворот! Минус 3! Я все это время думала, что плюс 3. Думаю, что так холодно. Что там нюхать? Все, идем. Минус 3, на улице холодно. Руки мерзнут. А перчатки сейчас одену. Собака скачет, как заяц зато. Подождите. Дайте, я красиво сниму. Красиво сняла. Там Джесси! 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 Где птичка? Птичка! Иди сюда! Иди сюда! Подожди. Ну чё, поехали? Куда? Альмира! Ты что, с ума сошла? А, мне ж... Итак, всем привет! И сегодня у нас ледниковый период. Ну, как сказать, ледниковый период, просто у нас катательный. Мы вышли покататься, у меня из-под попника 2. Какой, Маша, будешь? Я буду на красном. Хорошо, тогда мне рано. У нас тут, смотрите, привязанный пес. Я боюсь ее отпускать, потому что она может пойти покупаться in this lake. Слышала? Не, подожди, лейк это что такое? Лейк, да я хрен знает. Это озеро, да, ривер, это речка. Ага. Итак, смотрите, там есть дырка, там есть дырка. Мы едем прямо по... Бляха, я боюсь. Да не боись. Вчера после чёрного треса... Ставьте лайки. Джесси! Жива? Нет. Да! Топ! Да! Ё-моё, как теперь сюда мне подняться? Нормально поднимаюсь. И что, копчик не сильно бьет? Чуть-чуть есть. Ну нормально, там только поначалу, а потом разгончик, тыры-пыры. Давай, Маш, поехала. Руки покрасала кошечка. Мяу. Показать? Давай. Люблю кошечек. Ай, класс. Ну а ты чего? А ты чего? Орёшь, полудурок, тут я! Жена на самом деле сереет, а мы пока сделали домашки. Пока все дела. Маша, чё? Поехали. Вот мусорник. Почему бы и нет? Я думаю, нас видно на самом деле, потому что я не знаю. Скорее всего, видно просто тут, наверное, нет. Не, еще нас видно. Думаешь? Сейчас да, мы сейчас. Ну так и точно видно. Короче, мы решили, что мы должны построить иглу. Мы думали это сделать днем, но получится так. Не падай. Получится так, что мы построим ее ночью. Прямо сейчас. Следка.
Погнали. Сказать. Работали на славу. Мы... Вкусно? Да. Нам, короче, во-первых, нам сказали передвинуть эту кровать. Мы хотели все-таки построить кровать. Мы передумали, потому что нам стало лень. В итоге мы передвинули, поняли, что уже замерзли. Сейчас пойдем домой пить чай с мандарином. А на самом деле нам просто лень. Да. Вот ну, я же сказала, нам просто лень стало. Да? Ну да. А я просто уже засыпаю. Руки замерзли. Просто... Мы пытались. Качество сейчас супер, потому что темно уже. Все, что могли, очень... то мы смогли. Ну да. Покажи эту гору. Подожди. Теперь он поняли, насрал. Сидим на куче просто. Сидим, перзим. Ну, кайф. Сидим, нас тут муравьи фоткают. Вот, идите. Вспышечки. Вон, смотрите, сколько муравьев фоткают. Вообще. Вот, видите, вспышки. Ну, гениально про муравьев. Ну да, муравьи фоткают. Бляха, не видно особо. Вот муравьи фоткают. Смотрите, сколько муравьев фоткают. Видите? Привет. Голос заценил нашу кровать. Привет. Как тебе? Ай, прикольно. Это... Поняла тебе хвостом. За все. За все хорошее и плохое. Что-то... О, вот так надо снимать. Сидим? Ну, нормальная куча, я считаю. Да. Бля, смотри на мою руку. Ого. А у меня, наверное, так же. Бля, все, домой пошли. Туда. Ну,